Вы не знаете, кто она? Ей нужен эксклюзив. Перед вами звезда, между прочим. Дамы и господа, мисс Билли Холлидей! Журналисты спрашивают, зачем вы это делаете? И я говорю им. Я вас люблю. Они считают, что Билли Холлидей — это голос всех афроамериканцев. Я думаю, нельзя делить людей по цвету кожи. Пусть на концерте черные и белые сидят рядом. Ты знала, во что ввязываешься, когда решила ехать. Одежду мою не трогай. Я заберу все, кроме твоего лифчика и парня. Какая песня тебе нравится больше всего? Strange Fruit. Это песня протеста о том, как больно смотреть на то, что творится в нашей стране. Эта певичка наводит людей на неправильные мысли. Это запустит ненужную волну недовольства. Эти стихи провоцируют людей. У вас есть план? Она наркоманка. Это подойдет. Не пой Strange Fruit. Я все равно ее спою. Тебе так будет лучше. Я буду петь, что хочу. Уведите ее со сцены. Они запрещают мне петь. Нет клубов, нет денег, ничего нет. Ну пойми меня, детка, у меня тяжелая ситуация. Ты сказал, мы уберем Билли. Он нужен сейчас. Ты как кувалда возвращаешься и бьешь с новой силой. Она поет за всех нас. Никто другой даже не рискнет поступить, как она. За мной следят. Я федералов не боюсь. Она всего добилась сама, вот ты и бесишься. Тебя злит ее сила и уникальность. Вы думаете, я перестану петь? Эта песня войдет в историю. Соединенные Штаты против Билли Холлидей. Скоро в кино.